вас, друзі. Як завжди у цей час ми працюємо в прямому ефірі. Це вас хвилює. І сьогодні ми з вами хвилюємось про здоров'я літніх людей і стан їх життя і якість їх життя. Нам допоможе керівник Миколаївського відділення Всеукраїнської благодійної організації «Турбота про літніх в Україні» Наталія Володка. Я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі, тож якщо у вас є питання, телефонуйте, ми вам будемо відповідати. Наталья Анатольевна, здравствуйте. Спасибо большое, что, несмотря на занятость, вы приехали к нам в студию. Но тема нашей сегодняшней беседы, тема нашего сегодняшнего волнения, можно сказать, это здоровье пожилого человека и качество жизни пожилого человека в нашей стране. Я напоминаю телезрителям, что в начале октября мы отмечали, ну, можно сказать так, отмечали, да, День пожилого человека. И поэтому, как бы в продолжении темы, Наталья Анатольевна готова поделиться, друзья мои, своими наработками, потому что это организация, которая и стоит на страже здоровья пожилого человека. Можно так сказать? Можно, здоровье, конечно, с одной стороны, да, а ваша организация с другой стороны. Можно вполне, потому что наша задача действительно сделать для пожилого человека это время гармоничным, достойным, здоровым, насколько это возможно, учитывая его состояние. Я очень благодарна за то, что вы пригласили. Добрый день, друзья, кто смотрит нас и слушает. И действительно, наша организация не стоит в стороне от решения проблем, связанных с состоянием пожилого человека. И 1 октября мы провели акцию, мы подключились к всемирной акции, цель которой – обратить внимание на насколько комфортно пожилому человеку в современных условиях, учитывая его изменения, учитывая его положение, учитывая его возможности и его уязвимость. То есть мы смотрим все-таки в большей степени на то, что он уязвим в этом возрасте. И насколько комфортно мы можем создать ему среду, где он проживает. Насколько комфортно ему в транспорте. То есть мы проигрывали такие игры, знаете, ролевые игры, участниками которых были люди элегантного возраста. То есть сами вот пенсионеры, пожилые люди, которые согласились провести такое мероприятие, в Каштановом сквере. Это была ситуация разыграна и в транспорте, и, скажите, и медицинское обслуживание, и супермаркет, когда человек пожилой, он немножечко очередь задерживает, пока он достанет, пока он просчитает. Понимаете, кого-то это нервирует. И мы бы хотели, чтобы общество было более толерантным, более терпимым к тому, что кто что вот вызывает именно с участием в процессе пожилого человека, понимали, что это возраст, когда необходимо больше уделить внимание, понимать, что есть подобные изменения, не торопить. Знаете, по стандартам, которые нам предложили, это Всемирная организация здравоохранения и Организация Объединенных Наций, было указано, вот та ролевая игра, где водитель нервничает, что ему нужно быстренько вот уже закончить маршрут, да, а здесь вот он видит пожилого человека. Так вот, по этим стандартам он должен выйти и помочь подняться пожилому человеку в транспорт. То есть водитель, допустим, в маршрутке, да, должен, да, выйти из маршрутки, идеально, и помочь пожилому человеку элегантного возраста, да, как вы так красиво заметили, подняться в маршрутку, да, войти в маршрутку. Это идеальный вариант. Ну, это... Да. Телезрители, вы представляете себе такую ситуацию? Водитель маршрутки выходит, помогает кому-то войти в маршрутку. Да, есть ситуация. Очередь, которая торопится домой. Им нужно скорее сесть в маршрутку. А пожилой человек, который с палочкой, он и мешает. То есть, возможный вариант. Человек в очереди, давайте я вам помогу, предлагает. Давайте я вам помогу быстрее пройти в транспорт. Ну, понимаете, без комментариев, да? И далее, конечно, вариант, когда человек сидит в маршрутке и думает, боже мой, вот там стоит этот, да, человек с палочкой, сколько времени уйдет на то, чтобы он поднимется, а я опаздываю, допустим, на просмотр сериала, допустим, это как вариант. Вот мы разыгрывали эти ситуации, с нами были студенты, так, молодежь, потому что, наверное, эти все программы уже не в большей степени ориентированы на то, чтобы когда они
достигнут этого возраста. А мы надеемся, что ситуация складывается таким образом, что продолжительность жизни увеличивается, правда же? Вот. Да, и конечно. Действительно, население стареет. До 2020 года треть населения будут пожилые люди, понимаете? Поэтому уже сегодня и сейчас необходимо создавать комфортные условия для пожилых людей. Ну, то есть молодые люди должны понимать, что этот возраст должен быть комфортным. А значит, сегодня и сейчас уже правительство и общество должны принимать в этом участие. То есть где-то помочь, где-то понять, где-то промолчать, а где-то вместе это сделать, понимаете? Вот. Поэтому для того, чтобы человек пожилой чувствовал себя комфортно, необходимо, чтобы и общество было к этому подготовлено. Поэтому я говорю, акцентирую внимание на молодежь. Молодежь будет с нами, но нужно, чтобы молодежь была подготовлена к этому, к тому, что старость наступает, и все, кто рядом в этом возрасте, мы не можем их игнорировать. Мы должны позволить им участвовать в процессе жизни. Правда же? То есть они должны передвигаться, они должны посещать больницы, они должны посещать супермаркеты и так далее, и так далее. То есть они должны пользоваться всеми услугами, которые предлагают для всего общества. Да, общество не должно игнорировать конечно. Членов своего общества. Конечно, Какие бы эти члены ни были. И, конечно же, это нужно начинать с того, чтобы вовремя выявлять эти потребности и решать на уровне, конечно, правительственном, каким образом можно это изменить в лучшую сторону, правда же? Создать комфортные условия, позволить пожилому человеку принимать участие во всех социальных процессах, без ограничений. То есть, а значит, обустроить прилегающие территории таким образом, чтобы тротуар был для него не проблемой, а комфортным передвижением, правда же? Чтобы у него были средства для передвижения. В общем-то, этим занимается социальная служба, и достаточно успешно это все применяется. Но, тем не менее, есть вопросы, которые остаются еще нерешенными. И я надеюсь, что вот такими вот акциями, в такие дни, вот мы привлекаем внимание всех, кто принимает участие. А вот, Наталья Анатольевна, будьте добры, вот эта акция, которую вы проводили в день пожилого человека, международного пожилого человека, она собирала вокруг себя людей, были отклики? Вы знаете, вот как ни странно, но останавливались молодежь. Их это интересовало, увлекало. Причем я наблюдала со стороны улыбки, то есть позитивное восприятие. А раз уже они начинают об этом остановились, уже задумается, уже это останется в памяти. И я так понимаю, что когда рядом появится пожилой человек, он будет понимать, что необходимо участие. Ведь многого не нужно, только чуть-чуть времени и маленькая поддержка, вот поднять по ступенькам, помочь. Я думаю, что общество должно быть подготовлено к принятию этих людей. Более того, люди пожилого возраста достаточно активны многие. И, знаете, уже сегодня встает вопрос о том, чтобы помочь тем, кто находится дома, не может покинуть свою квартиру в силу ухудшение состояния здоровья. Mm-hmm. И вот в рамках нашего проекта, который финансируется немецким фондом «Память, ответственность, будущее», есть такая программа «Активизация за счет здорового образа жизни». Вот мы проводим такие занятия по улучшению самочувствия, то есть это и включая упражнения, включая активные движения. Скандинавскую ходьбу у нас наши леди осваивают. Есть такой замечательный тренер, владеющий этой методикой. И это радует, понимаете? Люди открыты к этому. Они достаточно ответственные, достаточно, наверное, осознанно воспринимают все, что дает им радость, то, что дает им здоровье, то, что дает им полноту жизни, улучшение качества жизни. Вот сейчас такими индикаторами апеллируем. Да. И поэтому вот в рамках этого проекта мы выпустили книгу, которая называется такое пособие. Это книга «Пособие. Рухаты, сердиты, житы». То есть двигаться, радоваться, жить. Очень интересные рисунки. Я сейчас вам
покажу. Угу. Такие милые. Рухатись, родити, жити. Упражнение практически для любой возрастной группы. Ну вот посмотрите, какие веселые, приятные рисунки. Такие позитивные. Так они, это не только для пожилых. Они, да, для... вы знаете, с радостью, с юмором. Угу. Очень тонко николаевская художник Оксана Манькова сделала такие великолепные рисуночки. Мы ей очень благодарны, потому какая что... Какая замечательная книга. Посмотрите, какое чудо, да? Уже настроение. Конечно. Правда же? Конечно. Очень даже мило. Угу. Кроме всего прочего, здесь эти упражнения на не только для людей... Так они для любого возраста. Активных. Да, да. Они еще... Здесь есть упражнения для людей, которые, которые не уже могут, находятся в постели. И вот мы продумали здесь несколько упражнений, которые находятся лежа и могут выполнять вполне без посторонней помощи. Кроме всего прочего, пожилой человек проснулся, он взял, открыл, у него уже настроение появилось. Конечно. Это первое. Следующее. Ой, Наталья, у него... Извините, у нас есть звонок, может быть, послушаем? Да, да, здравствуйте, мы вас слушаем. Алло. Сейчас вы говорили, что встречаясь с молодежью, они улыбаются, разговаривают с вами. Но вы проедете в 63-м маршруте и в 31-м, когда едет молодежь с пединститута и которые едут... Что-то оборвалось, но я так поняла, что телезрительница хочет обратить внимание на то, что не всегда молодежь может уступить, наверное, место в маршрутке и не всегда прислушивается к тому, что пожилому человеку нелегко. Ну, к сожалению, это не только молодежь, это может каждый человек. Да, это есть, но вот поэтому мы и делаем подобные акции, чтобы меняли отношение к пожилому человеку, чтобы понимали, ему сложно стоять, ему нужно уступить место. Но вы знаете, формирует семья, формирует общество. Вот это культура, этого, правда? Это культура, конечно. Я так думаю, если такими маленькими, знаете, вот дозированно мы будем проводить подобные мероприятия, в конечном итоге будут уступать студенты, будут уступать не только в 63-м и 31-м, но и во всех других маршрутках. Нам бы хотелось, то есть это наша цель. Наша цель в том, чтобы, я повторюсь, сделать старость гармоничной, достойной, защищенной во всех аспектах. И, знаете, поэтому, наверное, много уделяется этой теме внимания, просто мы не всегда слышим. Хотелось бы, чтобы общество услышало, что есть пожилой человек, и он достаточно позитивный, и не всегда он может за себя постоять. Я часто вижу в маршрутке, когда человек стоит с палочкой и не говорит, пожалуйста, уступите мне место. И многие, кто находится там, ему взрослые, да, которые как бы, наверное, своим примером должны показать. Угу. Мы тоже молчим. Вот это вот равнодушное отношение и формирует подобное... отсутствие культуры. Вот у нас есть звонок. Здравствуйте. Говорите, мы вас слушаем. Добрый день. Здрасте. Наталья Николаевна. Наталья Анатольевна. Я так понимаю, ваш фонд общегородской, так? Всеукраинский. Всеукраинский. Известно ли вам, сколько людей пожилого возраста за 90 лет участников войны находятся в городе Николаеве? И какую помощь вы им оказываете? Ведь люди, которым за 90, не могут выходить из дому, у них абсолютно нет никаких условий ни передвигаться, ни какой-либо материальной помощи. Пенсия минимальная. Что можете вы, чем вы можете помочь и что вы можете посоветовать? Спасибо большое за звонок. Я еще раз хочу акцентировать внимание. Мы не фонд. Мы благотворительная организация, которая силами волонтеров, волонтеры пожилого возраста оказывают помощь нематериальную, а непосредственно участием своим и оказанием помощи тем, кто не мобилен. Я только что сказала, вот, пожалуйста, сборник, где разработаны упражнения для тех, кто находится в постели и которым определенные упражнения помогут улучшить самочувствие, здоровье и, скажите, качество жизни. Вот все, что мы можем. Мы можем предложить общение и проведывание. Материальную помощь мы не оказываем. Если я хочу показать вам, пожалуйста, совершенно простые, применить совершенно простые предметы, которые буквально в руках любого человека могут находиться, это шарик, который особых затрат не требует. Но вот так вот вы промассировали ручки в постели, это уже дает хороший результат. А если еще мы сделаем, вращаем по кисти, проведем дальше, это уже и настроение, и незначительные,
Массаж, который помогает пожилому человеку. Это не я придумала, это действительно разработанные методики специалистами по физической реабилитации или инструкторами по лечебной физкультуре, и они работают. Вот то, что мы несем людям. То есть мы несем радость, мы несем здоровье, мы несем заботу. И мы приглашаем волонтеров пожилого возраста, кто вышел на пенсию, в нашу организацию. Пожалуйста, чем больше нас будет, тем к большим мы придем домой и вместе будем выполнять эти упражнения. Наши волонтеры обучены этим упражнениям, и они могут принести вот подобную радость в каждый дом. Все, что касается технические средства, материальная помощь для того, чтобы улучшить положение пожилого человека, это есть службы социальные службы, которые по обращению с заявлением практически никогда не отказывают. И это, пожалуйста, обращайтесь, всегда будет оказана необходимая помощь по возможности. Следующее еще хочу сказать, есть ветеранские организации, действительно, куда тоже можно обращаться с тем, чтобы оказать помощь по заявлению, с необходимым перечнем документов. И еще есть такая, знаете, семейный кодекс, где, в общем-то, семья, которая имеет пожилого человека, да, это, в общем-то, лежит на ответственности семьи. То есть дети и внуки должны создать максимум комфорта для пожилого человека. Я должна сказать, мы когда проходим обучение, вот я буквально приехала с семинара, где интереснейший семинар проходил в Светогорске, и проводила семинар Help Age International, то есть международная организация, с которой мы являемся партнерами. И вот они обучали, как создать безопасную среду для того человека, который находится дома. То есть мы можем обучить родственников, которые имеют этого человека в доме, каким образом создать комфорт с минимальными средствами техническими, да? Как ему оборудовать комнату, оборудовать постель для того, чтобы ему было комфортно находиться. И обучить семью уходу за ним. Mm-hmm. Потому что не всегда семья владеет этими навыками. Да, вот, пожалуйста, всегда, то, что конечно. Мы оказываем. И я, на мой взгляд, это существенная помощь. Потому что есть семьи, где, скажите, уже и дети взрослые, то есть настолько взрослые, что вышли уже на пенсию. Mm-hmm. И порой им сложно с этой проблемой, столкнувшись, решать эту проблему. Вот здесь мы готовы всегда провести такие занятия индивидуально, и мы планируем проводить подобные тренинги групповые, чтобы обучить элементарным навыкам. Причем настолько серьезно, что здесь будет оценка по шкале КАЦ, то есть международные специалисты, которые уже разработали эти методики, насколько человек может быть независимым, насколько он зависим, и разработать отсюда программу. Это все обучались волонтеры. Я думаю, что это очень ценная работа, и к этому нужно отнестись с пониманием. Еще раз повторяю, мы не фонд, который финансирует, мы организация, которая готова и дает знания, умения, навыки, способствующие улучшению качества жизни и поддержке здоровья пожилого человека. Для активных это клубы здоровья с выполнением упражнений, для тех, кто находится дома, проведывание с обучением вот, создания комфортной среды и ухода за пожилым человеком, а также с упражнениями, которые можно выполнять в постели. Тем более, что ваши волонтеры, они тоже люди элегантного возраста, которые в силу своей активной жизни готовы нести свою любовь и тем, кто в этом больше всего нуждается. Да. Абсолютно бесплатно. Абсолютно бесплатно. Поэтому и ценна их работа, понимаете? Да. Изначально создавалась организация в 2000 году с целью ресоциализации пожилого человека, то есть создание групп само и взаимопомощи. То есть мы не нужно ждать милости от природы. Нужно сегодня и сейчас уже менять мир к лучшему. И мы многое можем. Правда? Конечно. Мы можем себе... Вот, пожалуйста, вот вам настроение. Правда же? Здесь мы открыли, мы уже увидели. У нас совершенно другое настроение. Вам не только этот мячик, который помогает выполнять упражнения, работать с ним. Это еще, опять-таки, настроение. Наталья Анатольевна, послушаем звонок. Это очень приятно. Да, пожалуйста, конечно. Здравствуйте, мы вас слушаем. Алло? Алло? Да. Наталья Антоновна, я хочу спросить, где находится эта организация, чтобы участвовать в ней волонтером? Спасибо, чудесный вопрос. Я не вижу телевизора,
нахожусь из другой комнаты. Чтобы вы громче скажите. Послушайте, громче скажите. Громко. Наталья. Будённого, 77, а? Квартира 13, в среду в 11:00. Повторите. Повторите, пожалуйста. Улица Синная, простите, сейчас Синая. Уже. Это улица Синая, бывшего Будённого. Дом 77, квартира 13. В среду в 11:00. Я надеюсь, что... А там телефона нет? Нет, у нас телефона нет, к сожалению, поэтому я вам... Вы оставьте свой номер телефона, пожалуйста. 46-27-14. Хорошо, 40... вы оставьте, пожалуйста, в студии телефон, и мы после эфира возьмем... Ведущая знает меня, я Калиниченко. Да, 46-27-14. Наверное, знаю. Как обратиться. Хорошо, да. Спасибо большое за звонок, спасибо. Мы к вам обратимся обязательно. Да, видите, Наталья Анатольевна, как люди хотят отдавать, слава Богу, что... В общем, да. Да, замечательные люди, правда? Замечательно, вы знаете, замечательно. Только нужно создать условия для того, чтобы можно было это реализовать, правда же? Вот когда есть уже группа людей, единомышленников, уже, естественно, подключаются те, кто... пожалуйста, по звонку, да? Да. Хочет, но не знает, куда обратиться. Приходите, мы всегда рады. Мы всегда рады действительно новым людям. У нас очень позитивный народ, вы знаете, очень активный. Я могу сказать, что по тем волонтерам, которые в нашей организации, практически у них нет времени для старости. Это действительно так. Старость сама по себе разрушительна, это действительно. То есть наступает период, когда мы нуждаемся в посторонней помощи. Но мы проводим свои занятия таким образом, чтобы как можно дальше отодвинуть этот процесс. То есть как можно дольше оставаться активным и не зависеть от чьей-то помощи. Для этого и проводим подобные занятия. Это не только движение, это еще у нас проводятся занятия по здоровому образу жизни, это и питание, это и все. Психоэмоциональное состояние. Мы еще успеем, да, послушать, пожалуйста, звонок. Говорите, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. 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 А скажите, пожалуйста, в городе Южноукраинске есть такая организация? Нет, к сожалению, нет. Наша сеть во многих городах Украины, но в Южноукраинске нет. Но если вы захотите создать подобную организацию, вот, пожалуйста, обращайтесь, я вам с радостью помогу, мы вам все поможем. Будем очень счастливы работать вместе. Да, главное... Правда. Главное, когда есть желание и... есть силы для того, чтобы эти желания реализовывать. Конечно, если слушательница, вот, да, которая обратилась из Южноукраинска, готова, пожалуйста, оставляйте телефон, я перезвоню. Mm-hmm. И можем провести и тренинговое занятие, обучим, как работать. Совершенно все это бесплатно. Ну, как интересно, Наталья Анатольевна, кто мог подумать, что для того, чтобы... что это целое искусство жить... активной жизнью и при этом еще нести свою активность другим. Если честно, вот как-то живешь и не задумываешься. Оказывается, это целая наука. Да. Искусство быть здоровым. Вольтер говорил, я решил стать счастливым, потому что это полезно для здоровья. Понимаете? То есть, если мы понимаем, что это для здоровья полезно, то нужно каждый день принимать жизнь как подарок. Радоваться каждому дню. Радоваться каждому встреченному человеку, потому что действительно все наши встречи предопределены, потому что мы, являясь учителями, сами учимся по жизни. И старость может быть очень плодотворной, интересной, насыщенной, неспешной, благостной, может быть другой. Очень многое зависит и от человека, и, конечно же, от той среды, в которой он пребывает. Да. Я думаю, если наше общество будет гуманным, и мы поймем, что этот возраст, который требует внимания, чуть больше внимания в плане общения, выяснения, какие потребности необходимы в первую очередь. И тогда, наверное, мир действительно станет добрее. Да, мир добрее и, конечно, красивее, правда? Вот конечно. Как сегодня конечно. Вы, наша гостья. Наталья Анатольевна, спасибо вам большое. Сегодня, друзья мои, мы с вами волновались о проблемах пожилых людей, вернее, о том, как сделать более красивой жизнь пожилого человека. Нам помогала руководитель Николаевского отделения Всеукраинской благотворительной организации «Турбота про летних в Украине» Наталья Володко. Друзья мои, мы с вами... волновались, но вы знаете,
Поверьте, что багряный осенний лес не менее красивый, чем весенний лес, и поэтому каждый возраст имеет свою красоту. Оставайтесь красивыми и активными. Мы с вами хвилювались, а зараз не хвилюйтесь. На все добре.